Успех первой конференции в Одессе предопределил, что и второй форум также пройдет в нашем городе, рассказывают организаторы мероприятия. Скорость изменений наших, в которых мы сейчас живем, она настолько велика, что многие компании, предприниматели, они просто не успевают за тем, что есть. Да? И основная задача этой конференции – это познакомить предпринимателей, какие сегодня являются ниши информационные в тренде, да, и как их можно использовать для того, чтобы очень удобно обеспечить на своем предприятии информационную безопасность. Самая важная часть конференции, да и в целом самого процесса ведения бизнеса – это безопасность. Именно этому разделу специалисты уделили максимум внимания, ознакомив участников с продуктами компании «Лига Закон», направленных на защиту интересов компаний. Все наши сервисы на сегодняшний день облачные, то есть они полностью защищены, они безопасные. Для бизнеса это очень важно. Сегодняшнее мероприятие, посвященное безопасности бизнеса, проходит совместно с нашей компанией. И в первую очередь мы, конечно, хотели показать те возможности, которыми мы располагаем, и мы хотели о них немножко рассказать представителям бизнеса в городе Одесса. Основными участниками конференции стали сами руководители бизнес-структур, бухгалтеры и юристы. По мнению организаторов, это и есть главная целевая аудитория продукции «Лига Закон». Продуктами могут пользоваться бухгалтера, например, системы подачи отчетности. Могут пользоваться юристы, это система анализа судебных решений вердиктум и информационно-правовые системы. Могут пользоваться руководители, где они могут почитать свежие новости, что происходит в экономике, что происходит в бизнесе. И, естественно, мы даем аналитическую информацию, у нас есть сервисы, которые помогают правильно простроить защиту бизнеса, правильно спланировать работу своего предприятия, обезопасить от определенных рисков, от внешних каких-то факторов или от внутренних. Своевременное реагирование на те или иные риски – важное умение для любой компании. И касается это как малого, так и крупного бизнеса, уточняют специалисты. Риски у всех схожи, могут быть масштабы разные. И, возможно, там для меня, как-то, если бы я был мелким бизнесменом, например, не очень важно, если на какую-то крупную компанию наложены санкции там, Евросоюза. Я вряд ли буду с ней сотрудничать. Но для меня важно, чтобы человек, который продает мне там, тару или там, оказывает логистические услуги, он не находится там, в стадии закрытия или там, судебными решениями не задавлен, или проверками. А если я какая-то крупная организация, для меня важно знать, что компания, которая... хочу с ней вести бизнес, у них нет проблем на международных рынках, о том, что они не занимаются эффективной деятельностью. Участники конференции также отметили удобство пользования сервисами, предоставляемыми компанией «Лига Закон». Очень просто работать, потому что довольно большое количество аналитических программ, которые позволяют правильно сформулировать ведение бизнеса, сформировать вот эту вот картину того, как должно развиваться дальше. Плюс это хорошее подкрепление в плане безопасности. Очень здоровская программа, и я ее... Я очень довольна тем, что я пользуюсь. В то же время и сама «Лига Закон» не стоит на месте. Все 16 облачных сервисов компании, которые можно бесплатно протестировать у дистрибьютора «Лиги Закон» прямо в Одессе, постоянно развиваются и дополняются, подытожили организаторы конференции.